Семейный скандал Любови Успенской несколько недель назад стал достоянием общественности. Расставлять точки над «и» певица пришлось в студиях телешоу. Тогда она даже не подозревала, каким разочарованием обернется встреча с Ксенией Собчак в эфире нового шоу «Док Ток». Поводом для обсуждения в очередной раз стала дочь артистки, которая переживает не лучший период в жизни. Недавно Татьяна Плаксина публично сказала в адрес матери множество обидных слов, а позже попросила прощения и уехала в Америку. Казалось, история окончена, но не все оказались способны остановиться в погоне за очередной сенсацией. Среди них Ксения Собчак, решившая продолжить раскручивать конфликт в эфире своего телешоу. Правда, съемки принесли ей не заветные рейтинги, а осуждение. 65-летняя Любовь Залмановна признается, что шла на шоу к опытной телеведущей, чтобы почувствовать опору и поддержку, но получила лишь негатив и неудобные вопросы. С каких пор проблемы других людей становятся не поводом понять, поддержать, услышать, а причиной получить собственную выгоду, перекрутить обстоятельства до условий хайпа. Как будто формулировка «хлеба и зрелищ» трансформировалась в «крови и зрелищ», рассказала после Успенская. По мнению певицы, Собчак превратилась в холодную, циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого свадебного катафалка, оставившая там свою душу. Кроме того, артистке не понравилось, что Ксения не только не дала ей высказаться, но и затыкала рот другим участникам шоу. От измены до венчания – история любви Ксении Собчак и Константина Богомолова. Успенская также вспомнила о том, что телеведущая вышла из приличной семьи, но затем ступила на скользкую дорожку развлекательных и низкопробных шоу, где не ценится понятие чести, морали и вечных ценностей. «Теперь понимаю, почему катафалк был свадебной машиной этой женщины. В ней мертво все, и даже союз с Богомоловым не способен оживить ее душу», — говорит Успенская. Несмотря на проблемы в семье королевы русского шансона, она не падает духом и говорит, что справится со всем негативом, в трудные времена в семье все становится друг за друга и держит за руку, не давая упасть еще ниже. А когда буря пройдет, разбирают ошибки. Именно так и поступает певица, держит дочь за руку, в то время как ее пытаются вырвать редакторы телепрограмм и лицемерные шоу. Не стала молчать и Ксения, решив ответить недавней героине шоу. Телеведущая считает, что не нужно видеть в ней друга, потому что она журналист, который не может поддержать или вставать на колени. «Вы просто пришли, чтобы выглядеть определенным образом. И вам не понравилось, что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать. Я могу только постараться разобраться в ситуации. И уж точно ничего не вырываю из контекста и не компилирую. Все, что вы сказали по существу, мы оставим нетронутым монтажом. Я вам это обещаю». Напомним, что в середине января наследница Успенской, Татьяна Плаксина, стала героиней программы на НТВ, в которой заявила, что мама избивала ее и издевалась, держала в заперти и пыталась насильно поить лекарствами. Под веществами, дочь Любови Успенской выложила неадекватное видео. Позже Плаксина сказала, что ее оболгали, мол, редакторы шоу обещали ей эфир про творчество, но в студии неожиданно стали обсуждать личную жизнь. Конфликт вылился в СМИ, и Татьяна даже на время решила уехать в США, где ее встретили близкие друзья и врачи. Успенская заявила, что у наследницы серьезные проблемы с психикой, ей требуется постоянная медицинская помощь. Сейчас же конфликт между матерью и дочерью практически исчерпан. Певица призналась, что сделает все для того, чтобы девочка была счастлива и поскорее поправилась. А Плаксина обещала впредь вести себя иначе и не идти на поводу у редакторов телепрограмм.